Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю приготовить галету из песочного теста с сыром фета и помидорами. Начнем с приготовления теста. В просторную миску насыпаем 300 грамм муки. На крупной терке натираем 130 грамм охлажденного сливочного масла. Чтобы масло не таяло в руках, периодически окунаем его в муку. Затем нам понадобится 80 мл йогурта или кефира. У меня йогурт. В него добавляем чайную ложку разрыхлителя и пол чайной ложки соли. Тщательно перемешиваем. Соединяем с мукой и маслом. Вобьем одно яйцо и быстро замесим тесто. Тесто долго вымешивать не надо. Как только соберется в шар, и достаточно. Помещаем пищевой мешочек, убираем в холодильник на полчаса. Подготовим начинку. 250 грамм сыра фета разминаем вилкой. Добавляем примерно пол чайной ложки сухого чеснока или 1-2 зубчика свежего. Измельчаем небольшой пучок укропа и петрушки. Три помидора среднего размера нарезаем кольцами. Охлажденное тесто раскатываем на бумаге для выпечки. Пласт толщиной около 5 мм. В центр кладем сыр, оставляя края свободными. Посыпаем зеленью. Выкладываем помидоры. Посыпаем базиликом. Затем остатками сыра и зелени. Края теста заворачиваем наверх, вот так. Аккуратно перетянем на противень. Смажем йогуртом или, как обычно, яйцом. Выпекать в предварительно разогретой духовке до 170 градусов 25-30 минут с конвекцией. Галета готова. Обязательно приготовьте, рекомендую. Это очень вкусно. А я на этом прощаюсь с вами. И как всегда желаю удачи в приготовлении и весеннего настроения. Всем пока, до новых видео!